Приколы приколами, но когда-то я был еще школьником-гиком, и меня как-то девушки попросили купить продукты для тусовки. И среди них числилась острая морковь. Ну, я без одних мыслей набрал им морковок, да поострее. Ну, мало ли для чего она пригодилась им там. Ну и, короче, придя к ним с этой морковкой, я искренне не мог понять, чего они бьются-то в истерике от смеха. Ну, сказано, сделано, морковь острая, как полагается.